Доброе утро, страна! Доброе утро, мои дорогие подписчики! Сегодня с утра закончила свой рисунок. Вчера заснула, не могла просто. Почему-то я вчера так устала от готовки, от не знаю от чего. Да старость приходит, старость. Так, посмотрим на положение моих перчиков. Видите, еще цветочки цветут. Растет такое большое дерево. Хочу посмотреть на мою голубиху. Она приехала или нет? Приехала или на месте? Сидит. Доброе утро. Доброе утро. Видите, глазик черный. Доброе утро, Гулечка, Гулечка. Ты мамочка хорошая, молодец, не бросила своих деток. Глазик на меня смотрит, на меня смотрит. Чё как лысенкусь? Эвет, гюзель Гюзель. Акулы аны. В общем, сидит на месте, не буду ее беспокоить, слава богу. А скворечник мы решили переставить на другую сторону. Потому что здесь его невозможно было установить. Такой он тяжелый. И если бы птичка села бы с гвоздика бы, этот гвоздик бы не выдержал точно. И упало бы все на свете. Поэтому мы решили перекинуться на тот балкон, на полочку. Но пока туда не прилетают к нам гости. Так, мои дорогие, я дорисовала. Выпила кофеёк и вперед сейчас написала желание. Посмотрите, сколько я пишу желания. Пишу желание. И вперед сейчас на море. 10 тысяч шагов. Вчера я пропустила. И покупаюсь, пока есть возможность искупаться. Все, всем хорошего дня. Только что покаталась на этой качалки, качели. А что это за растение, интересно? Интересно, что это за растение? Что это за дерево? Ну, это однозначно елки. Шишки какие. Кстати, хорошая идея, чтобы придумать с шишками, если они упадут. Их уже собрали. Вот мои дорогие, жизнь какая. Не жизнь, а малина. Рабочие тоже отдыхают, поработали. Ой, кугель ты. Ой, друзья мои, побежала я искупаться. Искупаться в таком море. Море сегодня, смотрите, какое красивое, замечательное. Всем добрый вечер, друзья мои дорогие. Сегодня у нас очень вкусный ужин. А ну-ка, открывай. Рома, помогай. Ромочка, видишь, какие закуски? Вкусняшки. Гервер. Привет. Заказ на дом. Салатики, лимон, бурадоны, сколько салатов, айны да бурады. Смотрите, какую нам вкуснятину принесли, корышик. Корешек, и к нему такие закуски, и картошечка, и лучок запеченный, и салатик, и мой кусырчик. Рома у нас в гостях, сниму я вам Рому. Рома, поздоровайся. Привет, Здравствуйте. привет, скажи из солнечной Турции. Ашким довольна, любит еду с недомашнюю.
Когда пришли полицейские насчет гражданства, мне начали задавать вопросы, что любит муж твой. А я так думала, думала. Я говорю, любит кебаб ресторанный. То, что я готовлю, больше всех любит ресторанный кебаб. А он потом говорит, почему ты сказала? Потому что это так и есть, правда. Он очень любит кебаб. Добрый всем день, мои дорогие друзья. Сегодня произошло какой-то странный, но очень интересный день. Расскажу сейчас, поделюсь. Во-первых, я проспала. Проспала на йогу. Девчонки мне звонят, а я сплю, не слышу будильник, даже из телефона не услышала. Я, извините, все время рассказываю вам одно и то же, да. Но я перед вами открыта. Заснула я в 2 часа, рисовала нейрографику, проснулась в 6 по будильнику. И думаю, чуть-чуть посплю, да? Чуть-чуть полежу до 7:30, сделаю йогу в записи. Так, после нейрографики очень как-то мне плохо и спится, но нейрографика работает. Поэтому и все те процессы, которые происходят у меня в головном мозге и в мозгу тех, для кого я рисую, действует на мой сон и мою жизнеспособность, и мою жизнедеятельность. Так вот, мои дорогие, я, значит, проснулась от звонка моей подружки и быстрее собралась, побежала на йогу. Йогой мы не позанимались, мы так интересно поговорили на такие темы. Дружба, что такое дружба, обиды, как надо уметь прощать. То есть это 2 часа мы провели в такой беседе, что время пришло 12, нам надо расходиться. И вот я с ковриком возвращаюсь, даже не использовав его. Если мой муж пока спит, я быстренько сделаю практику йоги и продолжу свой день. Сегодня он у меня по бизнесу очень великое событие. Конференция обладателей DAO. Монет DAO, управляющая монета DAO. И буду готовиться к такому знаменательному дню, мои дорогие зрители, подписчики. И хочу показать вам вот эту травку. Бегу домой. Какой-то день был интересный. Благодарю Вселенной за такие сюрпризы. Очень хорошо провели время. Всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Ну, а я пошла вперед в жизнь. Жизнь, день начинается. Доброе утро, мои дорогие зрители. Начинается очередной мой насыщенный, пренасыщенный день. И сейчас иду и думаю, что бы интересного показать моим зрителям. И надо же видео тоже снимать. Но жизнь у меня такая насыщенная, такая красивая каждый день. Для меня она, мне кажется, красивая. Вот смотрите, сейчас везде холодно. Похолодало заметно. А у нас такая красота. Лето, тепло. Ну неужели вам надоело смотреть на это тепло, красоту и на море, которое я вам сегодня поснимаю, давно не снимала. Когда я просыпаюсь и выхожу на балкон, я так благодарю за все, что я здесь. Это так мотивирует, заряжает. Ведь в жизни столько таких подводных течений, да? Особенно я как себя ощущаю туристом. Скоро уже буду гражданкой Турции, надеюсь. Ну, а в данный момент я ощущаю себя туристом, который уехал на отдых, на длительный срок. И все отдыхает, отдыхает. Потому что я не хожу на работу с утра до вечера, не сижу там, не провожу время. Я живу свою жизнь, свое наслаждение, свой кайф. Хочу я этого или нет? Хочу, наверное. Я уже не хочу работать. Нет. Я настолько отвыкла, что уже я не хочу работать. Меня устраивает то, что происходит. Шитье сейчас прямо меня так мотивирует. Рисую нейрографику. Боже, как многому я научилась. Вот так вот сейчас перелистываю мою прошлую жизнь. Как много я научилась, как много я узнала.
Ведь раньше я жила как робот. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Какие развития, какое книги. Столько вокруг что-то было сказано. Обиды, унижение. Боже мой, сейчас я на это не обращаю внимания. Так что еще раз призываю вас. Видите, в каждом все красивое. Не очерняйте эти краски. Жизнь действительно очень красивая, и надо ценить ее сегодня и сейчас. Даже вот эту ворону, которую я как-то не любила в Грузии, а сейчас я их люблю всех. Я всех люблю. Я всех люблю. Какие у нас плоды, вы посмотрите. Принесла. Вот в этом году я буду их срывать активно. Почему? Потому что у них очень вкусный сок и полезный. Вот почему Светлана не болеет простудными заболеваниями. Вы заметили? Потому что я очень много употребляю, пью этот лимонный сок почти. Салат. Я не представляю салат без свежевыжатого лимонного сока. В Грузии у нас были лимоны, цитрусы, но как-то мы их не употребляли. Вот я так вспоминаю, я очень любила апельсины, я очень любила мандарины, у нас очень вкусные там вашингтоны. Но лимоны, я как-то на них не обращала внимания, если честно. Почему я? Может, куплю там или сорву, и он у меня лежит, сохнет и так далее. Так что, мои дорогие друзья, очень много, большой урожай будет в этом году у нас. Хочу показать вам такую джами, пока никого нет. Камера, может, будет. Видите, как здесь все моют, чистенько. Я так привыкла уже к ней. Не реагирую вообще на азан никак. А многие, которые приходят ко мне, гости, допустим, только, как ты можешь жить и спать, и все. Это как молитва моей души, да, ночью, после 4 начинается. И в течение всего дня очень привыкла к этому. У нас уже вот сейчас начало 10-го. На улице не так жарко, приятно солнышко греет. Я уже, какое число сегодня? 10-е. Но я точно в это время уже не купалась. А сейчас я вот продолжаю купаться. Вообще, это же в этом году, я так смотрю, у меня жизнь поменялась. Каждый год у меня разное лето. В том году у меня были внуки мои. Путешествовали мы, да, в Стамбул, Люлебурга съездили, о боже. Батуми. В этом году по-другому все. Настолько интересное, боже ты мой. Никак не могу поехать за город, уже там у меня появились там. Вот если поеду, наверное, может, на той неделе, именно на неделе, потому что суббота-воскресенье у нас опять что-то намечается с девочками. Да, вот такие вот дела у меня, дорогие мои. Не читала ваши комментарии, обязательно прочитаю. Так как у меня сейчас, если честно, немножко такой период по бизнесу. И конференция, опять активность. Ой, друзья мои, вот вы не верите, да, в сетевой. Я там один раз видео вам опубликовала, где я рассказываю, чтобы вы инвестировали. Вот не бойтесь, ничего не бойтесь, попробуйте. Попробуйте с минимальной суммой, но вы не потеряете. Идите в такие компании, которые на протяжении уже нескольких лет работают и развиваются. Они стоят на месте. Как наш президент вчера говорил, вот Nokia не захотела идти вперед, не захотела развиваться, идти в ногу с технологическими возможностями, инновациями. И где она, Nokia? Нету Nokia, а мы идем в ногу со временем, наша компания. Мы развиваемся, двигаемся. Метавселенная. У нас NFT, посвященная в эту честь. Столько всего для нас,
для бизнес-партнеров все новое кажется очень страшным, но разобравшись, мы все понимаем, что не так страшен волк, как его малюют. Хуже от этого не будет, лучше будет, я уверена. Поэтому недвижимость нужно вкладывать огромные суммы. Если у вас есть такая сумма, пожалуйста, недвижимость – это хорошо, да. Но а если у вас нету огромнейшей суммы, начинайте с малого, ценные бумаги, криптомонета. И то нужно смотреть, советуйтесь, то раз штудируйте эту компанию, а потом уже делаете свои ставки. Так что всего вам хорошего. Немножко с вами пообщалась. И пошла я гулять. Мои дорогие. Сегодня суббота. И на протяжении всего всей набережной я вот смотрю, все собираются на пикник. С сумками тащат. Вот так целый день будут сидеть они. Конечно, хорошо, когда море рядом. Покупаться вообще здорово, но только пикник. Все машины останавливают и идут. И я иду. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.